Привет, привет, мои хорошие. Я наконец-то выбралась из дома, и хоть немножко получается такой вот уличный влог, потому что в основном я нахожусь сейчас дома с Лялечкой. Сейчас приехала я за Анюткой, которая находилась здесь в школе на соревнованиях. Я вот не могу понять, куда мне лучше подъехать, потому что здесь вот здание какое-то, и вон там впереди. Я не могу понять, по-моему, вон она стоит, Анюта. Наверное, туда надо подъезжать. Да, вон стоит красотка. Привет. Привет. А ты что увидела, что не идешь-то? Ты же видела, что там все места заняты. Закрой, хорош. Ну что, рассказывай. Что, как твои соревнования? Ну, получается. Ты все, поздоровайся. А, привет. Давай, поделись с нами. В волейболе надо было бросать мячи вот так галочкой. Забросила 3 мяча, но 2 ошибки. Из-за того, что не там закинула. Нужно было с точки 1. На какого места-то заняли? Не сказали. Еще завтра едем. А, еще завтра едете? Ну, ты как оцениваешь выступления свои? Не знаю. Можно было лучше, да? Да. Понятно. Ну, это хорошо, когда есть самокритичность. Забрала сейчас Анюту. Я сегодня первый день одела свою вот эту вот шапку, которая мне пришла с Алиэкспресс. Я ее еще, правда, вам не показывала. Надо будет ее показать в покупочках. Она такая вот, она из меха с Алиэкспресс. И у нее вот здесь вот такие кисточки. Но, когда я заказывала, я вот все думала, что лучше заказать черную, чтобы она была не маркая. Там много цветов. А сейчас мне как-то не по себе, что у меня на голове черный платок. Мне как-то кажется, что это как-то теперь неправильно. Напишите свое мнение, потому что платок черный ассоциируется как траур. Может быть, это у меня какие-то неправильные мысли. Но в целом он очень теплый на улице. У нас сейчас минус тепло и классно в нем. Комфортно, прям теплый-теплый. Клевый. Сейчас поедем делать дела. Надо мне в комитет образования заехать по Артему. И еще в банк мне надо заехать. Сейчас поедем все вместе делать дела. Угу. Там мы пришли на северный рынок. Сейчас здесь попили, они у нас коктейли. И сейчас ждем роллы. Мы заказали, ждем роллы. Поедем домой, потому что времени у меня сейчас их крутить просто нет. Я решила, что будет по цене приблизительно все то же самое. Сильно ты там не проиграешь. Это если уже этот... кафе, когда они заказывают, у них уже поставки, у них-то все дешевле выходит. А когда сам делаешь не намного, особенно если с грилом делаешь, еще с чем-то с таким, то тоже этот угол таких денег стоит. Сейчас стоим рядом с такими мармеладками. Я думаю, блин, вот у них тут ценники вообще жесть. А мы тут что-нибудь с тобой там, вот мы смотрели. Одна вот такая маленькая фигнюшка, такая стрёмная, некрасивая, 8 рублей стоит. А Диана там все мячики смотрит. Ну-ка, пошли к вам смотрим. Вон. За 30 рублей, как птица. Да, вот это, как яйца смотрятся, это мячики. Да, Диана все смотрит? А я хочу. Она много чего хочет. Еще здесь у них стоит такой аппарат. Сейчас покажу. А Диана говорит, давай, говорит, в него поиграем. Я говорю, Диана, ты посмотри, что коробки все выцвешие, коробки все старые. И, не знаю, камера покажет или нет, там везде пыль. На этих полочках. Значит, никто ничего не выигрывает. Диана мне говорит, да, я говорю, да. Да, Диан? Диан, почему никто не выигрывает здесь? А? Потому что там пыль. Пыль, потому что. А еще почему? Диан, а еще почему? Ну, потому что она уже там застряла и не что? Вытягивается. Не вытягивается? Почему не вытягивается? Просто никто не выигрывает. Да, что да. У тебя это? Застегнись получше. Да. Решать, когда... Не говори. Тетенька так на нас посмотрела и пошла. А потом мы что-то воруем тут. Пошли. Красотка. С Анюткой все разговариваю, расспрашиваю, как там, что у них было. Мы сейчас сидели в комнате, в кабинете. И пришли детишки. Я так встала, Аню. Ну и сейчас посмотрим. Такие. Кто первый дай? Ты.
Ух ты! О, а что, под стеклом что ли сделала да. котят? Ничего себе, глянь, как прикольно! Это ты? А сколько это котят? Это Лома, это мама, а это Анюха, это Артём. Ничего себе, так приятно и неожиданно. Это Лёва, это Лидочка. Лидочка, а где Танюшка? Не знаю. Это Танюшка? Рисовать еще не планировал. Мама и Лидочка. Там Лидочка. А, Лидочка такая попухлее, да? Да? А вот мама. А там мама еще есть? Ничего себе. А это потолще, вот это кто? Вот это. А? Это толстенький ты. Мне кажется, что должно быть наоборот. Это же какой комплимент маме. Ну, тут честно, понимаешь? Мне кажется, это твой наоборот. Я посибаю. Надюшка идет. Красотка наша. Чего? Сейчас она пойдет, покажет на свой подарок. А, на свой еще подарок принесет? Для мамы. Ой, спасибо тебе большое. Я тут такая еще в домашней ночнушке. Мы уже собрались идти ложиться отдыхать. И для меня, конечно, это очень-очень неожиданно и очень приятно. И мы, когда сегодня с Артемкой ездили, я его подухарила Роминными духами. И от него так пахнет. Ты чувствуешь, Анют? Вот обними его. Я что-то даже на это... Чувствуешь? Это какими? Нет, не Шанелями, а этот... Какие они... Ну да и ладно, вот. Ну, забыла, как называются. Значит, ну-ка, дай я посмотрю. Глянь, какая красота. Ты сам сделал? Это Анюта сделала. Анюта сделала? Ничего себе. Мама моя любимая, хорошая. Я тебя люблю. Я хоть и хорошая, любимая. Ты меня любишь. Да, я тебя очень люблю. Давай, я тебя поцелую читала, тоже. Спасибо тебе большое, моя золотая. Я тебя тоже очень люблю. Знаешь, что я тебя тоже очень-очень люблю? Знаешь об этом? Он не давал мне крюком крюковать. Пожаловалась на сестру. Пользуясь случаем, хочу пожаловаться, да, Надюша? Я думала, потому телефон. Она хотела по-тихому сходить поиграть телефон. Ну, не дал, да? Слушай, а Таня так смотрит за всеми, за ними. Смотрит так на них, на всех. Скажу, чего это они тут собрались в моем кабинете? В моем кабинете. Чего это, говорит, собрались? Да, доченька? Вот. А Дианочка чего уже уснула? Она давно уже спит. А мама... Ничего себе. И тут Артемка подарил. А рисовал сам? Да. Да? Ничего себе. Молодец. Мама, ты столько для меня сделала, только сделала. Я так тебя люблю. Ты самая лучшая. Ой, спасибо большое. Такие трогательные слова. Мне очень-очень приятно, сынок. Что здесь? Мама, ты моя лучшая мама в мире. Ты самая лучшая мама в мире. Спасибо большое. Ну-ка, а тут кто нарисован? А? А кого у нас тут не хватает? Не знаю. Не знаешь? Это мама. А? Это мама. Что-то как-то мало тут всех нарисовано. Артём, а где кто здесь находится? Ну-ка, расскажи мне. Вот это Надюшка. Это Надюшка, да? Ага. Дальше. Дальше. Диана. Диана дальше? Я. Это ты? Мама. Это толстенькая, красная, да? Да? Да. Угу, мама, так. Дядя Рома и... И Анютка? Да. Это Тани нет, и Дианки, да? И Лиды. А, Лиды нет. Это он, получается, к ним еще не привык, да? Ну, так конечно, получается, наверное, не привык. Вот. Но ты потом нарисуешь их тоже, да?
Ты про них забыл, что ли? Да он нас скоряк не начинает. Увидел, что Анюта решила подарить и быстренько нарисовала. Молодец, мне очень приятно, молодец. А вот это вот то, что ты придумал, вот эти вот надрезики сделать? Да. Да? Ну, круто, как глянь, как необычно, молодец. Так. Ой. А ты, Анюта, это твоя идея? Да. Прям котики, вот это твоя идея? Ты прям сама придумала этих героев? Да. Нет. Надо Анюта их запатентовать. Так, мы, по-моему, сейчас тебе тоже подарок готовим. Мы тебе тоже, по-моему, что-то подарок готовим. Вы тоже подарок готовите? Тоже что-то мы тут занервничали. Ой-ой-ой. Доченька, ты чего? Ты чего, моя хорошая? Сейчас пойдем поглядим, что там у тебя. За подарки? Да. Так, может, там не только мне подарки с днем мамы. Мне достанется. Ой, доченька, ты чего? Ой, не мама, ругайся, ты что? Мама, а мы вот сидим. А вы вот где сидите? Ой, как много вас. Ой-ой-ой, это все, смотри. А это Рома. А это Рома, да? Такой худой. Хотя, говорит, надо было наоборот, Артём Копей. А это имя как... Оксана, что-то нам еще не... Все, побежали мыться. Мама, Таня не понимает, чем дарят подарки, а мне нет. Ну да. Мне кажется, она тут сейчас подарит. Не, пока мы ничего не готовы вам не поднести. Поэтому ожидайте. Да. Наверное, покушать нам надо. Нет, чего мы не да, наверное. Давайте. На этой ноте мы бы хотели с вами что? Закончить. Надюшка машет. Надюш, что надо сделать? Поцеловать. Чего? Что сделать? Поцеловать. Поцеловать? Да? А это, а что нам? Ставьте лайки, да? Да, и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, да? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш замечательный канал. И всем пока! Знаете же, я не уезжал, как будто вел канал. Как будто не уезжал никуда. А как ты глянь, молодец какой. Ой, молодец. Да, ты думала, что это Лидочка, да? А это, видишь, маленькая Танюшка. Ой, какой красивый подарок. Как круто. Вот это Таня. Ясно. Молодцы. Спасибо большое вам. Да-ка, Надюшка, непосредственно. Я вот нет-нет, балдею просто с Надюшки. Так, любимка, мы сейчас... Все, я уже сейчас вам тоже уделю внимание. Нам надо, конечно, внимание. Не зеленых подарков нам надо. Ничего, нам надо это... Ой. Мы сейчас...